Ку-ку. И всем привет. Ой, вышла я на огород сажать наконец-то наши... Кто? Лилии, да. Вот. Сейчас мне опять напишут, что вы в этих, в шапочках туда-сюда. Девочки, мальчики, я же говорю, кто хочет понять, тот поймет. Я еще раз говорю, лишь бы было красиво на собственном участке, я ничего делать не буду, там, ходить-выходить на огород с прическами, там, супер-пуперами или все. Мне удобно ходить в шапочке, допустим, да. Зачем я буду одевать, вон, ну, допустим, смотрю, вот на соседних огородах одевают там какие-то кепки, одевают какие-то платки, еще что-то. У меня этого ни того, ни другого нет. Вернее, кепки есть, но что греет кепка? Уши она точно не греет, вот. А у меня проблема с ушами. Немножко промерзаю, у меня сразу же болят уши, поэтому я одеваю то, что мне удобно. Это для тех, кто хочет написать мне какую-то фяку-вяку. Так, девчонки и мальчишки, где шапочки эти? Кстати, меня спрашивали, где вы взяли такие шапочки? У-у-у. Это новогодние шапочки, перед Новым годом часто их продают там в АТБ, еще где-то. Вот, я фанат всякой такой ерундистики. Вот, всяких обручей, всяких шапочек, всякой такой штуки-штуки, поэтому мне этих шапочек дофига. И где-то они лежат еще в старом доме. Но у меня есть и вот эти наушники теплые. Можно, мне там тоже написали были, что типа, что вы наушники не купите или повязку на уши? И типа будет и красиво, и тепло, не будете выглядеть как дура. Я, во-первых, не считаю, что я выгляжу как дура, это во-первых. А во-вторых, у меня есть это все. И вот эти мохнатые вот эти вот штуки, и где-то вот эти вот повязки на уши, и где-то что-то еще, оно у меня все есть. Только где? Непонятно, потому что это все грузилось из нашего дома в старый дом. Вот там по коробкам где-то что-то распихано. Поэтому я сейчас искать не буду, я не буду просто тупо банально тратить свое время. То, что есть, то я одеваю. Вот у меня остался енот и кошка в доме. Надеюсь, это кошка, да? Вот, поэтому я это ношу. Найду что-то другое, у меня там и медведи есть. Кто помнит, я в мишке раньше ходила, коричневый у меня был. Там и какие-то тигруши есть, и еще что-то. В общем, нравятся мне эти шапки, все. Так, девчонки, я не знаю, как это все сажается, честно говоря. Я посоветовала соседкой, мне там соседка подрассказала, как что к чему. Вот, я сейчас буду сажать, а правильно это делаю или нет, уж уже вам судить. Вот, потому что я в этом не соображаю. Многие написали по поводу деревьев, что вы там и не так, и не то, и не все посадили. Много интересных советов, к которым мы прислушались. И один орех мы сверху будем выковыривать. Там, где сад, мы там орех будем выковыривать. Значит, что мне сказала соседка? Я думаю, мне будет видно будет. Мне соседка сказала, берешь клубни вот этот вот. Вот, вот такой вот он. Не знаю, правильно, что они лежали у меня в пакете, неправильно. Ну, короче, берешь вот эту штучечку. Вот, и три раза и садишь. То есть, ну, как бы до верхушки должно быть примерно три вот таких вот штучки. Ну, это примерно вот так вот, я думаю. Вот. Поэтому я сейчас буду брать и просто сажать. Как у меня что получится, ну, честно говорю, я не знаю. Потому что я не огородник. В основном, вот, я прожила в квартире и все делаю на собственное усмотрение. А правильно это усмотрели или неправильно, то это уже вы мне подскажете, я так надеюсь. Вот. Инесочка, спасибо тебе большое, пишешь мне много. Я все читаю, девчоночки, все читаю. Отвечать, просто тупо тыкать сердечки. Ну, как бы, знаете, одному тыкну, второму не тыкну. И мало ли там обидится или еще что-то. Поэтому я все читаю, но отвечать пока у меня нету времени. Так, 3, 4, 5, 6. Там, где 6, это кустовые. Там, где 5, это, по-моему, плитушки. Вот так вот у меня было. От них отвалились какие-то запчасти, вот какие-то типа лепестки. Я не знаю, что с этими лепестками, они нужные или не нужные. Наверное, это ерунда какая-то. В общем, я, если честно, не понимаю, что мы купили, потому что я в этом деле не сильно шарюсь. А это раз, два, три, четыре, пять. И тут тоже отвалилась от них какая-то ерундистика. Что это такое, тоже не знаю. Так, там где 6. Там, где 6, я предполагаю, что это типа кустовые, как она мне говорила. Поэтому в первую очередь их сажать и будем. Как они выглядят? Ну вот, не знаю, может, мне скажете, плохо они, хорошо они выглядят. Вот выглядят они
вот так. Может, что-то неправильно сделаем. Может, надо будет как-то вот это вот и почистить было. Ну, вот смотрю, вот здесь корнишочки какие-то пошли. Что-то еще пошло. Короче, буду сожгить то, что есть. Что вылезет, то и вылезет. Правильно? Правильно. Вот. Ой, погнала? Так, ну и что? Осталось у меня две штуки. Куда их засунуть-то? Здесь эту посадить? Я не знаю. Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, что мне делать. Что мне делать, что мне делать. Если две штуки сюда посадить, то надо же закопать, наверное, да, или как? Вот это ж так. Вот такие мы огородники, елки-моталки. Нифига не знаю, нифига не понимаю. В интернете посмотрела, все с головы вылетело. Одним словом. Наверное, мне две штучки осталось, я их сейчас сюда вот попробую копать. Вот, и посмотрим, что оно будет вообще из этого всего, из всей этой затеи. Потому что у меня там тоже цветочки какие-то растут. Уже растут. Поэтому я даже не знаю. Короче, ребята, решила я все-таки вот здесь вот посадить немножко. Уже досадить этих 2-4 саженца. То есть раз, мне где-то тут 2 надо посадить. Ну, естественно, уже докопаю кусок. У меня почему здесь не хотят, потому что у меня здесь, по идее, где-то клубника росла. Ну, от нее осталось вот буквально 2 ростка. Вот, это все, что от нее осталось. Очень жалко, конечно, потому что клубника хорошая была. Ну, как есть, так есть. Поэтому я здесь перекапываю. Вот этот основной черенок не забуду затрагивать. Вот этот. Возможно, конечно, весной я где-нибудь ее пересажу. Но сейчас по-другому никак. Вот я ее перекапываю все. Потому что хоть и жалко ее. У меня один здесь вот остался, а один вон там большой. Ну, что ты сделаешь?
ради двух клубничин ты ж не будешь оставлять здесь все, правильно? Недокопано. Поэтому перекапываем. Тут земля сравнительно мягкая из-за того, что мы ее копали. Здесь. Не потерялся, вот оставляю. Сейчас еще грабельками пройдусь и будет хорошо. Вот. И здесь также сейчас немножко вокруг скопаю. Для того, чтобы было понятно, что к чему. Тут у меня, конечно, семена чернобрывцев посыпались. Ну, я, знаете, я вам скажу так. Пускай будут. Повылазят, если хорошие. Я их могу весной правильно рассадить. И очень даже будет хорошо. Когда есть свой рассадничек. Так что так. Все, вот буквально так я его прокапываю. Больше не буду. Для того, чтобы здесь не нарушать... Типа форму дорожки, она тут полукруглая и там полукруглая. Короче, пока места как умеем, так и делаем. Не могу сказать, что это правильно, поэтому это не тематическое видео, а это просто видео. Так, все, я молодец, молодец. Сейчас мне осталось прогорнуть вот это граблями немножко. Вот, и что? И досадить эти несколько ростков. Лагерки. Вот здесь вот у меня росток есть, я его отмечаю вперед из песни. Вот таким вот образом. Вот так вот мы будем красоту нашу красотить. Красоту красотить и граблить, и рыхлить. Вот видите, то есть у меня огородник еще тот. Я молодец, страшное дело. Ну, какая есть, такая есть. Ё-моё! Да. Я же говорю, я преклоняюсь перед людьми, которые занимаются огородами. Вот именно цветами, всеми вот этими деревьями, отростками, которые все знают. Потому что это, конечно, не очень легкий труд. У меня, я же говорю, я послушала в интернете, как все нужно делать. Ой, вы же меня не видите, да? Ну, только слышите. Послушала в интернете, как все нужно делать, и поняла, что я нифига в этом не понимаю. И это очень печально, что в этом нифига не понимаю. Ну, что делать? Как умею, так и сижу, как говорится. Так, у меня осталось здесь две цибулинки. Вот. От нее отпадают вот такие вот штуки. Вот эти листики, чищи листики, кто его там знает. Я не знаю, что с ними делать, поэтому я их выбрасываю. Вот. Осталось две штучки, я сейчас эти две штучки успешно вот сюда пересажу. Все лишнее какое-то гнилое, некрасивое я отсюда как бы убираю. Странно, что они такие в таком состоянии, потому что по факту они были вроде как сухенькие, когда мы их брали. И пакет я развязала. Вот. Ну, тот, в котором мне их продали. Что они такие получились, я не знаю. Ну, короче, в общем, я виноват. Что тут говорить? Так, одну здесь посажу, вот так будет красиво. И одну аж вот здесь, да? Ну, давайте одну здесь я посажу. И будет очень-очень шикарно. Ну, если они вырастут, конечно. Сильно не надеюсь, потому что человек, который не умеет этим заниматься, он сильно не надеется и, наверное, не так сильно расстраивается, чем тот человек, который очень умеет этим заниматься, который ждет, лелеет и все остальное. Я понимаю, что, конечно, хотелось бы, но если оно не выйдет, ну, значит, такая судьба. Вот. Не умею я этим заниматься, хотя мне очень нравится. У меня, я же говорю, мама, она цветочки там любит, туда-сюда. Я всегда была больше, наверное, по всяким растюшечкам, которые приносят, ну, пользу в смысле еды, наверное. Вот. И только в последнее время у меня начала вот эта фигня появляться, что мне прям хочется, чтобы были цветочки у нас во дворе. Вот такое вот. Всякая такая ерундистика. Вот. Ой, где-то тут было. Ой, а где же оно? А куда я его зарыла-то? Лё? А, вот же, вот же. Господи, чуть не наступила на свою клубничку. Вот. Я больше по таким грубым культурам, там, помидоры, знаете, вот такое вот. Вот. То, что посадил, блин, и как бы оно растет. Да, понятно, что там за ним уход какой-то нужен, но ты конкретно думаешь об этом и все остальное. Вот. По цветам для меня это было всегда сложно, и, в общем-то, с чего я начала здесь, так это вот что, петуньки.
И то уже готовое, считайте, купила и посадила. Поэтому так. И поэтому так, девчонки, не обессудьте, мальчишки. Человек не может всего знать. Если я до этого не занималась такими вещами, ну, допустим, что, чем я занималась? Я в основном занималась, я же говорю, как в селе. Приезжаешь, там, кукурузу посадить, там, фасоль посадить, еще какую-то фигню посадить, типа такого. У нас не было там цветочки, все остальное. Цветочки как-то сами по себе росли там в селе. Там пионы росли красивые, еще какие-то. У меня бабушка, ну, я не могу сказать, что у меня бабушка очень большой был цветник. У нее было, конечно, там какое-то количество каких-то цветов красивых. Вот, ну, чтобы у нас там росли розы или там еще типа что-то этого, я никогда этого не помню. Ну, то есть этого у нас не было, вернее, так сказать. Потому что, допустим, у соседки, у меня была соседка Лиля, мы с ней дружили, ну, тоже девочка. Вот у нее там дома, вот, у нее там разные цветы росли. Мы заходили к ней во двор, любовались, там и всякие лилии росли, и пионы росли, еще какая-то фигня росла, короче, куча-куча всего было. Вот, поэтому, да. А у меня, я как помню, то у меня были самые такие неприхотливые дома растения, это пионы были у нас большие, красивые. Вот, это то, что в селе росло. Что у нас еще там в селе такое росло? Да я даже вам и не скажу, не вспомню, если честно. Ну, бархатцы, понятно. Бархатцы. Васильки, по-моему, росли. Вот не было такого, знаете, куча цветов, что прямо вот цветы-цветы. Да, у нас деревья были, много деревьев было всяких разных, которые очень красиво весной цвели. Вот. На весенних каникулах я приезжала, и они только-только начинали зацветать. И, ну, я практически этот цвет не заставала, потому что каникулы начинались позже. Заставала я, по-моему, цвет вишни уже хорошо. Я не помню. Яблоки помню, да. Не было у нас цветов, у нас были в основном цветы, одуванчики. Вот одуванчиков у нас было дофигища. Ну, это понятно, что это не цветок. У нас в селе, я надеюсь, вам слышно меня хоть чуть-чуть. Давайте ближе, может быть, подлезу как-нибудь. У нас, получается, в селе был огород немножко как на спуск вот так вот шел. То есть не совсем там резко, но немножко на спуск. И к ручейку выходил. И когда у нас было, получается, сильная, ну как вот весна. Ой, что-то неправильно стоит камера. Ну уж простите. Давайте попробую, конечно, подставить. Когда у нас сильно было этот, ну как наводнение весной, да? Ну это не наводнение называется, а как-то ну вот таял снег и все остальное. То у нас получался, вернее у всех вот по всем. Вот представьте вот огород, да, длина огорода, вот и у нас называлось это низы. Низы, не знаю почему низы. У нас шел ручеек, то есть. А ручеек вообще вокруг нашего огорода шел, там ему канал поменяли и шел вокруг. Но когда сильно наводнение было, он пускался прямо вот у нас посредине, получается, вот этих низов. Это как такая полянка, где росло у нас сено, солома, ну вот эта вот вся трава, которую потом ее косили на сено. Вот. И поэтому там мы ничего не садили. У нас получался огород вот так вот шел, потом вот эти низы, там где трава все время росла, и еще клочок огорода, который был более на такой ровной поверхности. И вот это у нас в низах вот этих вот, когда весна заканчивалась, начиналось лето, у нас полностью там высыхал этот ручеек, он опять шел именно только вокруг. Вот. И все было круто, ну, то есть росла трава, очень даже шикарно, очень классно. И вот на этих низах у нас росли, кроме травы, у нас еще росли яблони, их было много. Это был белый налив, офигительные просто яблоки. Я просто вот как приезжала, я там зависала, я очень любила этот белый налив. Вот, и вишни росли у нас там, да. По-моему, у нас там еще росла, у нас росла большая, дикая, груша, вот типа как у нас груша во дворе, только у нас крупные хорошие груши, а там была дичка. Дичку они, ну, бабушка с девушкой специально не выкашивали, ну, не срубывали ничего. Почему? Потому что у нас были животные, у нас было много свиней, коров, вот эти все всякие дела, и куры, и все остальное. Я помню, мы прям мешками из-под этой дички собирали, вот когда она опадала, вот такие маленькие грушки. Опадала, мы собирали
мешками эти груши, вот, и обязательно качкам, ну, это этим, ну, качки, гуси, курям это все насыпалось, они в одном загоне, в принципе, качки, куры были, вот, клевать, свиньям обязательно, корова их обожала, эти груши, вот, точно так же мы и белый налив, просто у нас было там что-то около... Не помню, сколько яблонь, но вечером, когда идешь собирать те яблоки, которые попадали, там порядка 3 мешков, вот таких, как типа белые, вот 3 мешков собираешь. И вот собираешь, потом деда гукнул, ну у нас так, гукни деда, да, гукнул, это позвал, вот, и он приходит, забирает и несет их наверх, и тоже коровушки дает, и все остальное. Вот такое вот воспоминание с детства. Ну вот, такое есть воспоминание, а про цветы нету. У нас единственное, я же говорю, по-моему, самые шикарные, красивые цветы, которые росли, это были пионы. И все. Я вам серьезно говорю, и все, я не помню. Ну, я же говорю, чернобрывцы, это понятно, и там всякие васильки, это такое понятно. А чтоб какие-то там прямо нарядные цветы у нас росли, я не помню. Может быть, знаете, может они росли весной, я то на лето приезжала. Хотя, вряд ли. Не было у нас никаких таких цветов. Поэтому мне никто, ну, вот такую вот штуку не привил, как, допустим, цветы. Мне всегда казалось заводить цветники очень сложно, и вообще заниматься цветами это очень сложно. Поэтому как-то, наверное, когда мы переехали сюда к себе, я, наверное, этим и не занималась. Я же говорю, вот когда я увидела, что у нас розы могут быть, что они растут, что они там цветут, вау, это было круто. Это классно. Поэтому, может быть, такая радость, знаете, и есть. Что, вау, цветочки растут. О, каждому цветочку радуешься и все остальное. Поэтому так, девчонки, все. Я вот сейчас, чем занялась, это вы видели, чем я занималась. Посадила. Вот, пригорнула, разгорнула. Что получится, не знаю, короче, так. Поэтому все здесь оставляю. Пакетики ненужные забираю. Вот так вот, чтобы это здесь не валялось. Вот эти тапки, в конце концов, забираю. Потому что они дырявые, вы видите. Дюрочка, потому они у нас тут и валяются. Забираю их, мусорку надо выкинуть. Да и все, Николай позвонил, уже едет. Вот, а, вот еще один пакет. Эти деревья пока не убрали. Вот, и тапка вот. Пошли, пойдемте. Вот так вот. В общем, вот такие вот у нас дела и пироги. Посадила цветочки, вроде бы вышло еще светло было, а сейчас вы видите, уже темно. Так, текай, давай, пробегай. Собака-барабак. Сейчас приедет Николай. Ну и все, и что-то надо готовить, ужинать. Я сегодня винегрета хочу сделать. Отварила свеклу, отварила морковь, отварила картофель. Так, лук у нас, в принципе, есть. Ой, девчонки, мальчишки, поставлю вот так вот. Лук у нас, в принципе, есть. Ой, и что еще нужно? Огурцы. Огурцы квашеные тоже есть. Да, ну, Рен, перестань. А этот уже требует жрать, понимаете? Говорю, перестань. Фу. Так, все, пока мисс отключаюсь, может быть, тогда с этого, с кухни и заснимусь. Посмотрим, я еще хочу вон сейчас розочки взять, поподгортать, ну, взрыхлить, как оно, мульчировать, или как он, не мульчировать. Ну, в общем, вы поняли, да, повзрыхлять, чтобы земля не трескалась. Вот, а потом, может быть, Коля приедет, переместимся на кухню, посмотрим, я не знаю. Кайфует. Эта редко можно увидеть, как Матрюха наша кайфует. Кайфуем. Здравствуйте. Сегодня мы с тобой кайфуем. Редко, но в азарт вошла дамочка.